В ауле Кызыл-Кала открыли памятник ветеранам Великой Отечественной войны, выходцам этого населенного пункта. Алла Качиева побывала на открытии. Выходцы маленького горного аула внесли свой вклад в большую победу. Около 500 жителей Кызыл-Калы ушли на фронт с первых дней войны. Их имена увековечены на этом памятнике, который будет украшением аула и достойной памятью солдат, вставших как один на защиту Родины. В мероприятии приняли участие сотрудники администрации Лжегутинского района, силовых структур республики, представители общественных организаций, а также жители Карачаево-Черкесии. Инициатива возведения памятника землякам принадлежит самим кызылкалинцам. Активное участие они приняли также и в его строительстве. Идею поддержала и районная администрация. Практически каждая семья, каждый человек здесь увидит своего отца, своего дедушку, своего прадедушку. И глядя на эти фамилии, имена, и каждый из нас должен быть готов к тому, чтобы... Вот то, что они прошли, у нас больше, чтобы этого не повторилось. А для этого мы всегда должны помнить о своих предках, которые нас сегодня защитили, и сегодня мы живем вот в такой хорошей обстановке. Старейшина аула Кызыл-Кала, педагог с большим опытом Ильяс Мамчуев, подчеркнул важность данного мероприятия. Он отметил, что молодежь должна знать имена патриотов и о том, какой ценой досталась стране победа. Чтобы эти выстрелы звучали только на подобных мероприятиях, пожелали подрастающему поколению. Ведь открытие памятника – это не просто дань памяти погибшим, а еще и урок мужества и славы. На митинг школьники пришли с портретами своих героев. В списке и имя Шамге Пачаевича Айбазова. Сегодня почтить память ветерана Великой Отечественной прибыла его многочисленная семья. На этом памятнике сегодня у меня отец, дядя Борис Пипачаевич и еще один дядя Чипка Пачаевич. Вот они сражались за такую хорошую жизнь. Они нам дали такую жизнь. Но мы всегда отца просили, чтобы он рассказывал про войну. Он не стал нам рассказывать. Он боялся, что нам больно будет. Он всегда говорил, чтобы больше войны такой не было. Одного только просил. Я вот тоже прошу Аллаха, чтобы такой прекрасный день Рамазан, я хочу, чтобы никто на свете, никто не видел войну больше. Из 500 кызылкалинцев, ушедших на войну, живыми на родину вернулись 80. У нас нет права забыть мужество и стойкость, отвагу и патриотизм наших земляков, наших героев, отмечают аульчане. А этот памятник будет служить символом их бессмертия. Алла Качиева, Ислам Урумов, Вести Карачаево-Черкесия, аул Кызыл-Кала, Лжегутинский район.